Здравствуйте, мои дорогие соотечественники. Хотела бы обратиться к вам и попросить, чтобы вы поделились в соцсетях этим видео. Хочу рассказать, как было все. Вчера я вышла в прямой эфир. На день раньше я увидела блог Васидина, таджикского блогера. Мне понравилось, как он высказался о мире. И открывая YouTube, тут же он выходит. И у меня получилось выйти в эфир. Я не ожидала, так как уже осталось там, уже думаю, буду уже сидеть до конца. Начала высказывать. Я не была готова. У меня речи не было готовой. Я не оратор, не политик. Я высказалась, конечно, что наша власть бандитская. Мне обидно было, что у нас там война началась. И хотелось доложить власти, да, чтобы они услышали, да. И, видимо, они услышали. Сейчас меня ищут как последнего бандита. Конечно, неприятно, очень больно. Хочу сказать, просто у меня был крик души. Все, что происходило, происходит и сейчас. Я думаю, сильная власть – это та власть, которая поддержит народ и не будет запугивать и натравляя людей друг на друга. Я желаю только всем добра и мира. Прошу всех поделиться этим видео. Спасибо вам. До свидания.